Я надеюсь, хоть что-то слышно. Тут просто пиздец. Шум. Тут триллион людей, нахуй. У Лиски все нахуй сломалось, интернета нет. Нечестно, нормального. Короче, по планам отъебать там. Ну, жестко, жестко. Ребята из круга в центре зала молодцы, остальные так немножко, но вы, видимо, не разогреты еще. Ничего, постараюсь их раз. Короче, сейчас у нас... Что у нас тут? Подожди. Если я потянусь, я упаду. Тут 2 метра сейчас, летит, парни, 3, тут по-моему. Темно, блядь. Как вам сцена, кстати, бомба, как да? Как в жопе, нахуй, у кого-то. Ебать, все для вашего погружения. Окей. Я не слышно, как же колонки орут. У меня по планам сегодня разъебать танцпол, нахуй. 5 лет сольников не было. 5 лет. Кто-то родился. Короче, за этот момент. Давайте хотя бы покажите. Всем здорово. Лагает? Не должно. А ну-ка, что там, блядь? Откуда вылез? Раньше я тебя не видел. Что за музыка для танца с простеньким мотивом? Мне так противно на сцену ставить. Сколько можно прогонять без смысла? Похуй, все для ровно, все видосы и альбомы. Три и шесть, они на ходу написали. Ты нарочно, я такой обаятельный. На зонах! Помолитесь за меня там, блядь. F не будет, надеюсь. А ну-ка, блядь. Можно, пожалуйста? Вот эта песня была хорошая. Так, я пробираюсь. Готовы? Так. Не слышу! Поехали. Так, где тут слэм, блин? Дай-ка сладенько, спасибо. Сейчас, блядь, я хочу до слэма добраться. Давай, брат. Братка! Где? Да, здорово! Это ты! Нет, не я, блядь, здорово! Ебать! Я с тобой! Давай! Ебаный в рот убивают уже! Охуеть! Так, дай-ка. Мне надо туда, блядь! Пошире. Мне надо срочно! Ебать! Так, это убийцы какие-то, ебаные! Мои лица, ребята, блядь!
шум. Убивай. Меня толкают. Да как протиснуть? Ну вы же там хотя бы просто свой круг сделать. Чего нет? Окей. Не устали? О, бах, нет. Ой, бля. О. Подождите, парни. Ебаный в рот. Но меня не убили, уже заебись. Не убили. Я нашел, ребят, кстати. Я нашел. Фу. Ебаный в рот. Стрим? У меня охуенно. Дрома, можете что? Подснять, я сейчас голый туда выбегаю. Давай, давай, давай. Я тебе лидер до сих пор в душе. В душе. Ладно, давайте. Поздравляйте меня с днем рождения не словами, а действиями. В следующей песне я хочу, чтобы а прям поймать, все разнесли. Прям все оставили. Красная балаклава. Будет он.
я там, я тут, я там, я тут, я там, я тут, я там. Красная торчит. Нет света, нет света. Сейчас свет включат и будет видно. Сейчас включат свет и будет видно. Вырубили свет. Пролили здесь, да, что-то? Да, оно тут так и было. Нет, тут хорошая часть, вот прям видео. Вот здесь вот там показывают, тут не сделано. Ну что за люди? Ну там еще можно, у нас нет самого. Будете потом внукам рассказывать, последний концерт. Посмотрите, какой Даня молодец. Посмотрите, пиздец. Посмотрите, сколько человек собрал, блядь. За месяц, нахуй, за месяц. Вы про это будете рассказывать? Были люди? Нет, еще, а? За месяц, нахуй, посмотрите, сколько полный зал ебаного ВК стадиона. Полный, блядь. Блин, за грех сегодняшним был, очень волновался перед снимом, выходом на сцену, прям жесть была. Я час сидел на этом кресле. Ну как бы опыт у меня выступлений есть, но сами знаете момент. Здорово! Тяжело было. Но все было круто. Питер очень сильно поддержал. Все было хорошо, не можете не переживать. Я еще вчера чуть не расплакался, как девчонка, когда.
нет, играл, но вы это ощутите, короче. Я вам серьезно говорю, ощутите это, блин. Я начинаю, я хотел вещь сказать, ну такую, которая у меня тут в голове пришла. Начинаю говорить, такой, я это, короче. Потом ложился спать в ТикТоке, я увидел такой, боже, зачем? Где дерзко, я не знаю, его проебали. Его нет. Если вы можете найти его, то, ребят, вам удачи в этом деле. Иначе я не знаю. Да, сюрпризы сегодня много будет. Блин, ребят, один сюрприз будет такой неожиданный. Боже, блин, он нас охрана ходит, шпанает, блядь. Они затрахали нас уже. Они ходят, что-то ищут. Это кажется, Даня что-то пронес. Даня, лысый, держи, кто там пронес. Он вас просто бросил. Просто-напросто он вас скинул. Начнем с этого. Я остался один, блядь, в этой ебаной ложе. Я смотрю, вы уже разогрелись. Я телефон первый раз в жизни держу, блядь. Лиза, не знаю, где остановиться, ты не хочешь. Ладно, поехали дальше, ладно. Лысый, что-то сказать, не надо. Лысый съебался примерно так же, как его голос.
Я никого из них не вижу, блядь, они исчезли. Они пропали, блядь. Сколько дней проводит раз, и на столь долгой зоне. Как глубоко по жуткам злости, что твоя сня погоня. Так часто слышу, что не то, с кем раньше познакомят. Пишу вас не простой. Но я никогда не жида, примерно в первую минуту задавило, поэтому вы можете его не ждать, в принципе, на этом стриме больше. Да и на будущих, наверное, тоже. После этой хуйни, ну, я не знаю, как выжить. Ребят, это заслуженнее моя жизнь, ну, 100%. Я не могу. Эстетично, что я красивый, эстетически, ну, как это круто. Ладно, поехали дальше, не хочу останавливать, поехали. Ребят, Беляша вернет только бог, только ему это под силу, поэтому, блядь, тут мои полномочия, на этом все, я лишь камеру держу, блядь, поймите меня. GTA Peter B, конечно, мы же про игру говорим. Про Майнкрафт, про Майнкрафт. Ребята, кто из вас лицемер? Плюс в чат, кто лицемер из вас? Где Беляш, и сказал, что его в первую минуту затопили. Да, да, все правильно. Блядь, света нет. Это что значит? На сцену? Какую сцену, блядь? Подожди.
Я, короче... Спасибо, ребят, большое. Ваша поддержка, это вот чувствуется, да. Вам, серьезно говоря, это уже очевидно. Спасибо. Всех ДК, блядь. Спасибо, хотел сказать, что с моими ребятами. Тут стримеры, наши любимые шпана, братишки, проект Поха, Мазил, Саша, вот они слева направо, мои друзьяшки. Рома, Лиза, спасибо вам всем большое. Лера Мидлер здесь. Спасибо. Все меня поддерживали. Это трудный месяц. Спасибо им большое. Вам, естественно, тоже большое спасибо за поддержку. Ну что, поехали дальше, чтобы не останавливаться. Дальше. Ой, ебать, я был в этой красной маске и голый. Вы меня найдете. Ну что, на канале устроим? А ну-ка, поснимаем. Буквально отдышусь, блядь. Ой, пизда вообще. Какой же LRT гений, вообще, я не могу. Это тот, с кем песня написана, ребята. Ой, бля. Просто гений, советую вам всем. Лизу, сейчас найдем. Сейчас найдем кого-нибудь. Живо! Сейчас надо наших бы найти. Поехали дальше. Фу, бля. Да, я вам с разных ракурсов поснимаю. Приспи, помните, сложный. Вот, заебись. Thank you.
3 часа обрубили, парни. Ой, бля. Да-да-да-да, раздайте воды, потому что дальше будет очень жестко. Блядь, что-то жесткое планируется. А то, что и там, блядь, было, это, ну, хуйня, что ли, блядь, или что? Фу. Ебать, я сейчас с ума. Прошу всех отдышаться, перевести дух. Ну, дальше будет жестко, мы должны прям дачу дать. Пока, аккуратно, отдыхаем, все. Так, пока отдыхаем. На какую сцену? Нельзя на сцену мне, блядь. Я меньше пока. Все, ну не я раздаю воды, ребят, раздают ее. Передавайте дальше, Ниже. Здорово! У нас тут достаточно братская атмосфера. Так, надо найти ребят. Отзывы у людей, которые на концерт тебе расходили, сказали, что очень дружелюбно у нас, вежливо, никто не будет нормально все мутить. Поэтому давайте соблюдать это правило. Блять, я до сих пор не отдышался, нихуя. Сука, я уже сколько хожу, блять, не могу отдышаться. Я, короче, уже, наверное, в 5 слэмах был, блять, в центре, в самом. Ну нет, точнее, раза 3 я прям в центре был, а 2 раза я, по-моему, с краю что-то залетал. Ебаный, ну, ребята, мы там. Так, сейчас еще ракурс немного поменяю вам, чтобы было охуенно. Ну что, стенку потихонечку будем строить? А какая-то стена. Чё там у вас? Плохо человеку? А, воду пьете? Всё, я думал, плохо кому-то. Так, что это такое? Плохо, да? Я здесь могу. А, вижу. Сейчас подождём, хорошо, вижу. Девчонки плохо. Бля, стадионище, конечно, пиздец. Вам да, на свежий воздух, подальше, увидите. Дайте, пожалуйста, вот дорогу, вон там девчонка идет. Осторожно, ребят, ну на износ-то не надо, прям. Херачить. Ты видишь его, да? Нет, пока. Если плохо, зайдите еще, на расстояние попадать. Блядь, ну тут все синее у меня, блядь, через камеру. Ну что, дадите, бог. А ну-ка, сейчас попробую найти. Вон она. Вон маленькая синяя головка. Блять, ей же конец. Маленькая синяя головка. С кем можно она? Можно как-нибудь в центр организовать водичку? Крикни Лиза, да она не услышит. Она отпетая мошенница. Если вы им блок дадите. Так это она организатор вот этой стены смерти. Извините. А это самое. Может быть, мы им блок дадим туда? Начинает. На честное слово понадеемся, так. Или дадут? Короче, маленькая пиздец, что мы выяснили. А я у нас. Фу, бля. Опа, Россия, наши слоняры охуенно. Вот это, блядь, плюс респект сразу. Чё вы скандируете? Ай, не понимаю! Слоняры! Так, всё. А, спасибо. Ну я ж говорю, я глухой, я вам не шучу, что ну там, я же не шутил в этот момент. Передайте блок, есть кто-нибудь? Так выносите. Что вы скандируете? Блять, не слышу нихуя. Пока время есть. Чё там? Затягивает уже. Бля, у меня еще руки трясутся, как у алкаша, блять. Так, ну пока что затишье. Бля, ну прикиньте, какой стадион. Все, вода до центра дошла? Ага, вижу. Ребят, еще минуту. Ну надо передохнуть. Как раз дух переведете, а то я вас тут прям подряд. Сейчас. Фу, бля. Ебаный в рот. Если у Брама Red Stop был? Не ебу, что это. Так, стойте, не бойся, я, а что я боюсь, блядь? Потому что пока охрана до вас добираться будет. Просто попросите. Народу там вообще пиздец, смотри. Взяли. Вынесли. Подойди к мафии, я не знаю, где он. Я даже его сфокусирую еще не понял. Все, пошло, да, добро? Давайте стеночку организуем, сейчас будет очень хорошая песня для нее. Опа, блядь. Сейчас припев «Мощь», один из моих любимых, который писал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бля. Как я мог это проебать? Ну ладно, мы уже не успеем. Ха-ха.
Так, какой-то круг похожий на хуй. Шаг назад сделайте, кто там люди. Немножко дайте им еще. Так, что у нас тут было? У нас пока пиздец. Да. Так, там вода раскидывается, блядь. В центре какие-то типы. Так, а наших я вообще не вижу, блядь. Беги быстрее, вижу. Да я уже, блядь, мертвый, нахуй, какой, блядь? Ну лучше... ладно, приготовьтесь. Я лучше подсниму, а нежели, блядь, какую-то хуёвую картинку, блядь. Запускаем. Так, а ну-ка, чё там будет, блядь? Ебать, тут слэм ещё будет, нахуй. Ну там сейчас носы полетят, блядь. Спасибо большое звукорежиссерам, давайте следующую, которая должна быть до нее. Так, окей, что там? Какую-то хуйню сделали. Так, ну чё, блядь? Звукорежиссер тоже в толпе такой, да, ща, я тоже, стенка на стенку. Вон там что-то мужики врубают, блядь, музыку ВКонтакте. Заебись, погнали. О, пошел. Называй, человек хороший, вы чего? Тупил просто. Сука. Мы тут на коннекте все, ребята, я тут не обзываю. Команда наша вся. Лизу затопчат? Ну, да. Молодец! Молодец! Так, музыка ВКонтакте там не включается пока. Нормально, сейчас включится. Так, что там, блядь? О, ебать. Так, ребят, держимся. Мы это все равно устроили. Вон там, блядь, что он делает? Блядь, слэм, наверное, вообще пёзнутый будет. Там Лизу снесут нахуй и нос просто на бикрень, блядь, ебанут. Ладно, надо поддержку Лизе в чате, блядь, срочно. Блядь, я как будто на футбольный матч пришел. Ну стадион и стадион начался, да? Эй-йо! Эй-йо-йо! Эй-йо! Эй-йо-йо! Ребят, прошу прощения, техническая там заминка чуть-чуть слетела у нас, так скажем, оборудование. Сейчас буквально 3 минуты. Ну, в Питере у нас забор слетел здесь, короче, здесь оборудование. Надеюсь, это на ваше восприятие не повлияет. Ну я вижу, что сейчас будет жестко. Бля, там тип умер просто с... Мне аж страшно. Чувствую, бля. Да, сразу, давайте еще раз по технике безопасности. Ребята, если кому-то станет плохо, упал, если вы увидите, что рядом кто-то упал, делайте вокруг него круг, да, помогайте ладно. Человеку встать. Типа вроде норм. Если плохо, давайте это самое, аккуратно. Очень беспокоюсь по этому поводу. Я просто прилег посреди сцены, но... Ты бы в слэм успел. Я уже слэм от первого лица снимал. Нахуй. А можно заново? Спасибо большое, блядь. Ну ёбаный свет, нахуй. Можно заново песню поставить? Она сначала играет. Все, окей. Так, вот, погнали. Я не могу сказать, не верить, не знаю, кто придумал писать. Я не
Артист, как ты. Большой артист. Я тебя тоже обожаю, спасибо. И я теперь точно уверена, что электронная музыка в порядке. Это правда. Друзья, сейчас я хочу исполнить один из своих хитов, который тоже заставит вас всех поднимать ручки вверх. А ну-ка. Да, давай сделаем это красиво. Можно, пожалуйста, Оля, у меня погромче в наушниках. Так, ща. Раз. Так, пока мужчины делают. Фу, бля, ебаный в рот. Эй! Есть, все, погнали! Все, друзья, пошумели, ручки! Вот, заебись! Бля, походу, мне надо будет новое горло покупать. Так. А я даже не знаю, что... Все, руки внимают! Бля, я тебя въебу! Так, сейчас будем пиздить сумку, попросили украсть. Так, а ну-ка.
Господи, как это круто! Спасибо, ребята! Шума, шума, шума! Моя бойка лучшая! Спасибо большое! Охуенно она разговаривает. Вот оно, ребята! Бля, Мия Бойко соло, молодчинка. О, Мия Бойко, говорят, лучшая. Отлично. За мной. Лучшая! Лучшая! Молодцы, дайте еще шума. Все живы, все здоровы? Ага. Это было очень красиво, большие молодцы. Перед гостем меня не подвели. Бля, Мия Бойко. Надеюсь, не подведете меня перед следующим гостем. Опа, бля. Гостем. Ну ладно, я знаю, кто там, но говорить не буду, чтобы вы охуели. Итак, есть у меня такой хороший дружок, Илюша Мазелов, слышите, может быть? Удивительно, красавчик. Я не знаю. Смотри, Москва! Ебать! Мы с сидели, угорали, написали песню, которая такая прям романтичная, что ли. Надеюсь, мне напомнишь. Поехали! Ебать, там одни девочки! Ну, точнее, голоса одних девочек услышал. Ебать, в моменте! Сейчас будет, принесу немножечко лирики, но при этом это такой быстрый рэп, поэтому
Сейчас, короче, новый трек послушаем, и пойдем в гримерку сходим, Лизу проверим. Даже не прыгая, блядь, на сцене, ой, на этом, на танцполе я устал, блядь, как это так, нахуй. Фу. Сейчас быстренько в гримерку залезем, что там, блядь. Спасибо, спасибо, ребята. Ну что, давайте вам на них должен. Я, правда, не помню, куда тут идти, по-моему, сюда. А, вот, все, вспомнил, ребята, вспомнил. Я вам сейчас подсниму. Разрешение попеть песню «Один рэпер», слышали, Лил Занил? Хочу въебывать этот трек, сука. Блять!
Так, все, погнали по бырику. Молодцы. Весь Мартин за ним нравится. Может, там Лизе уже вообще пиздец. Может, еще одну споем? Но тут трек охуенный, пока! И Зелю, я всех потерял. Дадите, да, свою воду? Фу. О, как раз воду раздают, у нас есть время. Ну, сейчас будет самое жесткое, да. Блять! Он говорит, самое жесткое будет, слышишь? Начинается та самая часть концерта. Блять, все, похуй, на лицо. Все, мы идем на танцпол, мне вообще до пизды на все. Так, похуй, покрасовались и хватит. Ребята пьют. Блять, какой сразу я сразу маленький, это пиздец. Ладно, если так. Вот так я большой. На вытянутой руке вас держу, блять. Так, мне надо что-то как-то, блять, быть да, большим. Надо найти крепкого мужчину, который сможет взять меня на руки. Здорово. Так, сейчас будем искать самого, блять, влиятельного тут, нахуй. Так, бля, ебаный в рот. Так, что там? Пока происходит. Так, я вижу его. Я вижу эту скалу ебаную Джонсон. Будет странно, если я подойду, но я подойду, мне похуй. Слушай, брат, тут вообще ебанутая тема. Можешь меня на шею взять, я поснимаю стрим? Нет, не выйдет, все, понял. Дерзко, блядь. Да похуй, меня отшили, давай. Здорово, здорово, подождите, тут самое мясо. Давай, бабырь. Поехали дальше. Блядь. Да похуй, отшили.
буду, блядь, без микрофона. Отдохнуть, блядь? Ладно, сейчас еще будем с вами. Попить, это серьезно. Серьезная штука, да это для детей, сейчас будем ебать. Да, конечно, давай, брат. Спасибо, ребят, вам большое. Уже не рады на день рождения пришли, а то на большую репутацию. Поздравим, сходим. Все, давай, удачи. Главное, не умри. Наоборот. Согласен. Давайте вместо жесткости какой-нибудь эмоциональности добавим. Жесткости, блядь. Следующий пение слышали наверняка. А, чтобы все пели, смотрите, надену наушник. И чтобы через наушник меня перекрыли. Когда круг будет в центр вылетит, тут какие-то типы стоят и создают. Ебать, Габа! Thank you.
Молодцы! Молодцы! Блять, вот это слэм нахуй! Вот! Грудь! Реальные красавчики, просто все делают. Это просто уже, я не знаю, у меня слов не находится больше. Бля. Давайте, чтобы отдохнули. Еще раз. Короче, рассказываю, что было, там все нахуй вырубилось. Я в первом ряду влетаю. Подо мной складываются 4 человека нахуй. Я на них лежу, и на меня еще человек, блядь, 5 залетело. Вот это охуенно. Фу, ебаный в рот. А, братан, можно щеку? Да, можно, конечно. Спасибо, браты. Давай. Ой, блядь, я не буду хвастаться нахуй. С известными личностями. Да, красава, давай, блядь. Спасибо. Здравствуй. Ой, бля. О. Твич упал. Я знаю. Ой, бля, я вообще не туда пришел. Так, это я не туда пришел. Фу, сука. А, да, конечно. Так, погнали к Лизе. Браду, мы приедем. Ебать. Я сейчас со стримом. О, ты как тебе? Как тебе вовремя? А ты где был? В слэме раз 8, блядь. Мы пытались тебя найти. Не. Антон. Пизду. В рамчик. Если что, если что. Если что, здесь апельсиновый сок. 100%. Я не ссал туда. Он не ссал туда. Ага. Он не ссал в 3 стакана подряд. Все, Антон, иди нахуй, а? Ты что-то... Он не... Антон, не рассказывай. Он не ссал вот в эти стаканы. Ни в коем случае. Антон. Ну это наши. Антон, наши, да. Ребята. Он же не ссал. Никогда, ну, конечно, в жизни. Он не ссал. Это шпион. Ну, чтобы Влад такое сделал, да никак в жизни. Бля, братух, я бы на самом деле это... Нет, вообще убрал. Выпил, да? Давай залпом. Бля, тут пить уже нехуй. Ребят, 1000 рублей донатом, он залпом выпивает. Не, не такой жесткий. За 900? Бля, это бы убрать. Бля, ебать там слэмы просто ебать. Братух, богатый. Ну я понимаю, что тут было, но там тоже было, я тебе скажу. А, кстати, понюхаете? Да, я вообще. Это апельсиновый сок. Донаты офф. Блять, тебе повезло, Зелька. Да, тебе ему повезло, нахуй сегодня.
Как хорошо. Я и голый туда залетал, там типов убивала. А просто пресс крутой? В GTA 5 RB. Глянь, у него пресс. Ух ты, сука, ебаный. О, он еще и мокрый. Ну ты что, ну и сисечки какие у него. Бля, ну, мы пытались до тебя дойти, но не смогли. Но там... Там Лиза испугалась. Ну я маленький, я просто там туда-сюда ее рнула. Ты через залез, да? Да. Давай я тебя как поснимаю, как поехали, как в GTA. Давай. Пытается найти компромисс. Ладно, следующей песни я вообще практически не снимаю. Снимаю со второго яруса. А где наши? Поехали. Я не знаю. Давай я поснимаю. Скриньте, скриньте. Это аниме! Thank you.
в этой песне. Я не знаю, рассказывал мне. Когда смонтировал клип на эту песню, не хотел выкладывать его, короче. Думал, ну кринж, короче, меня реально перешал, уговаривали. Говорит, просто выложи, ты ничего не потеряешь. Да не, не, ну не оценит, будет говорить, что говно. Ребята, я с вами, Даня, ушел отдыхать. Ну сколько там сейчас? Снимаю вам концерт. 25-26 миллионов. Прикол, да? Ну жизнь, она такая непредсказуемая. Окей. Молодец, что выложил. Молодец! 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 Так. Короче, я думаю, мы уже готовы к самому жесткому, к самой жесткой части концерта. Блять, там самая жесткая. И эту самую жесткую часть, я думаю, вот начать надо, ну вот не знаю, как вам сказать, один не вывезу, наверное, надо кого-нибудь еще. Кого же позвать? Вот этого, может быть, парня? Знаешь, кем мы сфоткались? Я только что говорил со Стасом, ай как просто. И знаю, что я ему сказал. ДК, стрек ДК! Thank you.
пиздец мокрый. Я пиздал, блядь, я снимал. Все, мне только что на ушко шепнуло, ребята, что хочет быть еще одну песню, но для этого нам нужен третий человек, Илюша Маратина. Илюша, поднимайся снова, чем ты мало спел. Москва, снова привет! Впервые в жизни мы собрались вместе, чтобы произвести Авана, точно. Ребята, легендарный концерт, 100%. Вы готовы? Сейчас будем ебать, слышишь, танцпол? Сейчас танцпол надо уносить нахуй. Друзья, я пока вот тут встаю, я вижу то, что вы здесь все. Погнали! Мы если разведетесь еще шире влево, еще шире вправо, на максимум, насколько только вы можете, просто ебашьте влево, вправо, еще. Делаем, а когда не делали, ёбаный рот наш. Ребята, я вас всех предупреждал, что дальше будет жестко. Я вам дам назад, назад, я так и тюню, назад, еще. Гоу. Поехали! Эй! Стенка слева от меня, дайте максимального шума! Стенка справа, дайте ответочку! А теперь заорите друг на друга, как животные! Присядьте и делайте так! Лиза! Thank you.
я не дал вам поехал нахуй. Вы видели? Напишите плюс, если вы видели Человека-паука. Ну что, ждем? Либо я помер, либо у меня перед смертью в GTA 5 RP я видел Человека-паука. Ёбаный, блядь, третий раз уже, сука, с вами общаюсь, ёбаный. Привет, я обещал. Мама, привет. Привет. Мама, я здесь, я живой, все хорошо. Спасибо большое. Браво! Когда мы все сдавились, да, девчонка подходит, передо мной стояла. И когда ее давили, она жопу отлеживала и прям... Тихо, отпись. Ну, не, ей было 18. А где мелкий? Дерзко! А, вот он. Дерзко, если что, написала мама, спросила, как дела. Она думала его... Ой, извини, пожалуйста. Она думала, что его затоптали, блядь. Ладно, ребята, не жадничайте. Ёбаный сыр, блядь. Ребята, вы понимаете, что я чуть не умер только что, блядь? Я Человека-паука видел, блядь. Ёбаный капот. Я 10 слэмов пережил, блядь. Чувак, меня там затоптали, я упал. Я тоже падал, там вообще пизда, нахуй. Чуваки, пока я Человека-паука видел. Пока он с ними, я с девочкой разлегался. Я тебе говорю, она ее дает. Она вместо того, чтобы она упирается, жопу пьячивает. А, бля, ебать, охуенно. А знаешь, почему? Да, конечно. Ну, что могу сказать? Финишная прямая. Сейчас будет самое место. Кто боится, лучше уходите куда-нибудь в сторонку. Серьезно говоря.
Да. Можно? Можно фото? Да, конечно. Передать Дане письмо. Спасибо, спасибо большое. Счастья, бля, здоровья. Да, мне. Давай, Эстри, возьму, а ты сфоткаешь. А, уже, ребята. Здорово, ребята. Дерзко утоптали. Но не полдухом и живет. И вообще ебу так-то нахуй. Вообще ты был охуенный. А знаешь, почему мы тебе помогаем? А? Потому что мы шпана нахуй. Ай, блядь, как сказано хорошо. Блядь, красиво. Ну что, готовы? Да. Танцпол готов? Фоткаемся, ребята, в марше. Випы готовы? Спускайтесь лучше, вы ощущения в 100 раз больше получите, если спуститесь. Начало песни вам как раз. Прикинь, он видео, блядь, снимает все это время. А мы отдыхаем, да расходимся сильнее. Парь, я сфотографировали, можете заявление на него написать и поиметь бабок. Любимых по исполнению, обожаю исполнять, там самый ад творится. Еще, сейчас на фарме, мужики. Красавчики. Спасибо большое. О, пизда, блядь. Бля, чувак, у тебя живого места нет. Да, он даже не вспотел. Он даже не вспотел. Я уже отспотел, нахуй. Меня чуть не задавили, нахуй. Да. Бля, не видно. Сейчас, мужики, там ПНВ. Сейчас, секунду. Круто! Круто! Базар сделаю! Давай, парни! Малышку подцепил. А? Говорю, круто выглядишь. Ты на мою ебалу посмотри. Ты заебись. Я хочу выпить. Чего? Алкоголь. Отработок с девчонкой! Даже выебнуться не могу, отпиздят. Шум, тереплю. Ребята, как обещал, сейчас вам надо будет. Это киса что-то хочет. А? Блин, брат, спасибо всем большое, давай. Спасибо, спасибо. Слушай, ты... Не терплю, а, ну ладно, давай так. А вы не стерпели, да? Там видели, какой амбал, блядь? Да лучше ебало здоровое и потерплю, правильно? Это реальный отдых, старайтесь не разъёбываться сейчас. Мы его потеряли!
Здорово, здорово, братан. Здорово, шпана. Здорово, чувака, шпана. Здорово, ребят. Это наш парень. Ну, гормоны. Где мелкий? Вот, пойдем, мелкий. Здорово, я вожу мелкого. Все, мелкий, хватит. Ну, бля. Да все, хватит, мелкий. Я хотел еще поспать. Все, мелкий, включать. Реально, на полном лайсе. Прям перед последними песнями, там, где иначе примерно просто отдохнем. Так, ебать. А ну-ка. Мяу. Ебать, ты мокрый. Все, всем здорово. Поехали. Слышь, ты хочешь в гостевую залететь? Там попить хоть что-то есть, блядь? Бля, ребят, там было смешно? Нет, там туда, там туда. Ребят, было смешно с Человеком-пауком? Напишите плюсы, если было смешно с Человеком-пауком. Стой. Это пиздец. Я реально умер в GTA Peter Pay, там Человек-паук, блядь. Ну сейчас, ребят, ну, выносливость не бесконечная, я алкоголик все-таки. Дань! А, Дань, Дань, мы не зайдем, наверное, там же стрим упадет, нет? Дань. Ой, Илюха, блядь. Ну ладно. О. Ребята, пиздец. А ну-ка. Я живой там? Да как будто нихуя и не было. Так, все, погнали. Погнали, бля, куда-нибудь уже. Я с ума схожу нахуй. Так, я бы попить хотел, пизда. Я сейчас... Я хочу все отдать, блядь, за воду. Бля. Так, парни. Че, как вам пока? Плюс вайбик есть? Или полную хуйню мы снимаем и делаем? Ребята, еще раз предупреждаю, осталось буквально 2 песни. Сейчас ваш шанс заполнить этот концерт. Пизда, обратно бежим. Давайте еще больше. Давай, заходите назад, у вас там еще
Так, ребята, Лиза там до сих пор помирает. ГТРП, но нам похоже. Сзади, ребят, еще можете шаг назад. Еще. Ого, блядь, там вообще красотища ебаная. Ну как тут снять? Готов. Я боюсь застрелиться, так что сделаю это сам. Я боюсь править много, видеть меньше на весах. Я боюсь свои мысли, ведь их мне не описать. Я боюсь писать правду, ведь не знать. Ебаный в рот. Вот это да. Как я пить хочу, вы бы знали. Это пиздец. Иди к Лизе. Бля, надо бы. Хотя подожди, сейчас может быть мясо ребят. Будет ебануто. Выглядит это, конечно, эпичный. Я тебе могу. Я в шоке. Так, сейчас. Подождите, парни. Сейчас может быть. Он сказал, пару треков осталось. Может быть, это какой-то, блядь, вообще ебанутый. Все, спокойствие. Это лучший подарок на мой день рождения. Спасибо большое. Честно, до сих пор.
нашел головой, что это происходит в моей жизни, конечно. Слов у меня нет никаких. Ну ладно, давайте продолжим. Поехали дальше. Красным горит, это походу пиздец. Походу сейчас будет что-то ёбнутое. Ой, бля. Специально просил вас сильно не разъебываться в центре, потому что сейчас это нужно делать. Последний трек. Так, последний трек, парни. Надо какое-то место охуенное для съемки найти, блядь. А? Ну ладно, похуй, с уголка тут подсниму охуенно. Ебать масштабы. Песня специально последняя стоит, чтобы прочувствовать весь этот момент. Прочувствовать эту атмосферу. Ну ее обкатывал уже несколько раз, но это реально работает. Давайте все, кто стоял тоже, не стойте. Последний трек, самый тяжелый, самый эмоциональный. Давайте шире, не толпимся сильно. Ограду не сломайте, как видите. Давайте еще. Так, тут походу ебаный пиздец вообще. Смотри. Сейчас я вам сделаю. Ебать! Еще. Да, есть еще место. Давайте. Шаг назад. Ебаный рот. Сейчас там вообще переубивают нахуй всех. В этой GTA RP, блядь. Не завидую, кто там будет слеймиться, парни. Всем ББ нахуй. Еще можете. Вот этот угол. Ребята, давайте еще чуть-чуть. Представьте, какой это размер. Это просто пиздец. Первого не пожалеете.
конечно. Я просто тут. А вы где сидите? А я не иду, где я сижу, я буду перебежчик. Хорошо, спасибо. Наши слоняры собрались. Знаете, что я вам всем очень сильно благодарен, я вас всех очень сильно люблю. То, что произошло за эти два дня в Москве и в Питере, ну дало мне следующие шаги дальше. Я понимаю, что я чего-то стою, я вам серьезно говорю. Буквально года два назад сидел дома и думал, в студии звукозапись, единственное, что я в этой жизни умею. А сегодня тут почти весь адреналин стетиум. Что думаете по этому поводу? И все благодаря вам. Сильная хуйня. Спасибо. Поехали. Ебать! Вот это, блядь. Наш слоняра, короче. Фу, ебаный в рот, блядь. Так, погнали к Лиске, заскочим. Посмотрим, что там. А! Бля! Я там 10 слэмов, блядь. Да. Блядь, чат плачет, нет? Я сейчас нахуй они сам плакали. Заною. Я сам сейчас заною. Лиза нахуй ноет, блядь, уже битый час, блядь. А что с ней? Хорошая рейс, блядь. Ай, блядь. Чел. О, привет. Ты соленый, сука, ебаная. Да потому что я мокрый, блядь. А.
Ребята, напишите, что Даня молодец. Он за месяц собрал 6 тысяч человек, блядь, за месяц, нахуй. Он... Я плачу! Он 4 года концерта не делал, нахуй. И с вами снова я, Человек-паук. С вами снова я, Человек-паук. Скажите, эта тварь лысая опять сломилась? Эта лысая падла опять сломилась, да? Ах он, сука, сколько? Ну качок ебаный, блядь. У него энергия, я того рот ебал. Я не слэмился, блядь, я красивый кадр брал. Опять слэмился и без меня? Да. Ой-ой-ой, блядь, сейчас как за жопу макнул нахуй. Ой, маленький мой идет, смотрите какой. Ой, барабашка мой маленький идет. Ой, типузи мой лысый. Там стойка, долбоёб. Что там? А, иди, иди. Ути маленький мой идет. Давайте, подожди, иди сюда, иди сюда. А тут, а тут... Что? Шпана, блядь, ору. Шпана! 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 Запомните нас всегда, нахуй, шпана идет. Шпана ебёт! Вот это наши ребята! Вот это охуя! Это наши ребята! У тебя очень крутой стрим! Красавчик! Блять, все, все для вас. Блять, какие они охуенные, это просто пиздец. Я в ахуе. Пока, ребята! Ебать! Сколько народу? Блять, шпану уважаю. То, что сейчас было, я в ахуе просто. Это пиздец. А Данила молодец. Я хочу найти Человека-паука, который меня чуть не раздавил. Так, Дань. Там есть один. Знаю, там в гримерке надо, ну... А, в гримерке не надо? Пусть там. Короче, это... давай попрощаемся тут. Так. У тебя... да? Ребятки, всем огромное спасибо, кто был. С вами была Шпана. Так что... Запомните вот это. Запомните Шпана, нас, нахуй. Давайте, бай-бай.